Уссурийец Глеб Шевченко вернулся с российского первенства по угаревому спидвею. Глеб ездил за приморскую команду «Восток». Два этапа российской гонки парни прошли явными лидерами и теперь носят титул чемпионов. Дарить мне очень сложно. Я как бы не часто выезжаю на такие соревнования. Это были командные соревнования, мы командой выиграли. Глебу в этом сезоне удается совмещать соревнования по гаревому спидвею и мотокроссу. Параллельно спортсмен участвует в приморском чемпионате по мотокроссу и пока всегда оставался в призерах. Мотокроссом я занимаюсь дольше, уже 15 лет, поэтому для меня тут все более привычно, чем спидвей. Спидвеем занимаюсь только третий год. Для меня сложнее спидвей, более интересен, он перспективный спорт, в отличие от мотокросса. Так как мотокросс у нас в крае, да и в России вообще не очень хорошо развит. Победа на российском первенстве по гаревым гонкам Глеба Шевченко поздравил глава Уссурийска Николай Рудь. Он вручил спортсмену благодарность и пожелал дальнейших успехов в этом сезоне. Мы большое внимание уделяем органу местного самоуправления нашему подрастающему поколению, потому что будущее, это мы понимаем, это за ними. И то, как мы будем относиться к молодежи к нашей, так мы будем жить и в дальнейшем. Глеб вместе со своей юниорской командой «Восток» сейчас соревнуется со взрослыми опытными гонщиками России. Парни проехали уже два этапа чемпионата страны по гаревому спидвею и пока являются лидерами. Впереди у них еще 6 гонок. Ближайшие заезды пройдут во Владивостоке 28 июля.